Приветствую всех на своем канале. Значит, у нас сегодня цилиндр фирмы SNC. Давайте мы его попробуем открыть. Посмотрим, сколько по времени он продержится. Ранее цилиндры этой фирмы мы не вскрывали и не выкладывали на моем канале. Значит, открывать буду с помощью верхнего натяжка и с помощью клюшки. Так, давайте немножко разверну, чтобы в камеру не упираться. Возьму другую клюшку с менее загнутым носиком. И мы видим вскрытие этого цилиндра. Так. Давайте его сейчас попробуем разобрать, посмотреть пины. Так. Я надеюсь, здесь есть, да. Одна сторона этого цилиндра высверлена. И чтобы избежать ненужный вес, мы этот цилиндр сейчас изучим и утилизируем. Придется его еще раз открывать. В общем, давайте как раз мы заодно протестим прочес. Хотя прочес будет, наверное, не сильно актуален. Ну, давайте. Оп. Вскрыли. Не актуален, потому как мы уже сняли стопорное кольцо. Я думал, что вылетит. Я не думаю, что здесь будут какие-то интересные пины. Судя по тому, как он открылся. Но, тем не менее, давайте попробуем. Если сейчас у нас эта сторона быстренько откроется, то мы заодно рассмотрим, какие пины. Последовательность пинов, потому как это также немаловажно, если в цилиндре имеются пины с проточкой, в какой последовательности они находятся. Хотя это все можно вычислять в ходе, конечно, вскрытия. Но для определенных тестов это все-таки можно проводить. В общем, ребят,
Давайте мы не будем тянуть кота за яйца. Так, кей-пины заодно смотрим. Все пины, кей-пины обычные. Вот я их сразу вытрусил 5. И отдельно в кучку смотрим также обычные пины. То есть ничего сверхъестественного в этом цилиндре нет. Значит, плах лысый, лузы в плахе. Вот такой вот рисунок. Пятипинка. Так, пружинки нам пригодятся. Ребята попросили. Оп. Ну и здесь ничего интересного. Вот такие вот переходнички. В общем, пины самые обычные. Оп. Как вы видите, просто лысые пины. Ничего особого. Пружинки аналогично, самые обычные. В общем, бюджетный цилиндр. Итак, на этом это видео подходит к концу. Переходим к вскрытию другого видео. Хочу добить перед отъездом хотя бы большую половину цилиндров, чтобы на новогодние праздники эти видео выходили без каких-либо задержек. Всего хорошего.